Так, это у нас рынок, который находится в городе Самара. Рынок очень интересный, очень большой, овощной. Третья овощная база, город Самара. Вот мы сейчас с ребенком приехали, накупили здесь на 5000. Ну что вы стали? Ну, вот здесь это нормальная ситуация, вот в эту щелку я должна проехать. Я даже не знаю, как я должна проехать, каким образом. Снимаю на видео. Сзади меня встала грузовая машина. Вот у нас тут водители такие есть. Ну, вот никто у нас тут, все смотрят, всем пофигу, потому что здесь куча овощей, продают оптом, в розницу, по разным ценам. Рынок достаточно такой популярный, кормит, наверное, практически весь город. Рынок старый, тут из удобств, наверное, только вот эти холодные помещения, которые используются. Рынком пользуюсь всегда, приезжаю сюда зимой, и летом, и вообще постоянно. Очень хорошие цены, большое разнообразие фруктов, овощей. По доступным ценам всегда есть все. Вот. Тут и зелень, тут орехи, тут есть все. Вот сейчас нам осталось с ребенком купить еще, наверное, орехов. И у нас будет полный комплект. Всем пока-пока. Рекомендую рынок. Третья овощная база. Проезд тут, конечно, вот в воскресенье вечер. Сколько машин. Все забито, все заставлено. Мясо тут хорошее продают, но очень дорого. Но всегда хорошее, всегда свежее, всегда качественное. Вот. А из овощей это, наверное, есть все.